Вот. Все раньше заправляли керосином. Керосином заправляли фонари, которые вы можете видеть, платформы керосином заправляли. Люгарки на стрелках, сейчас мы там увидим стрелки в конце маршрута. Керосином заправляли фонари на сигналах, на семафорах. Поэтому все, керосина очень много всего. Здесь все заправляли. На станциях третьего класса, допустим, были фонарные специальные комнаты. Там еще заправляли, хранили все фонари. Фонарей было много разного назначения.